ты, ничего себе, F5. Это, блин, интересно. Давай, просто 2. Что там, E5 будет, да? Ладно, сюда. И давай так. Так, 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 что делать там? Как с ним бороться? Давай прогоним. Давай вперед. Забрали. Еще вперед. Пешка. Снова вперед. Хочу оставить ему сдвоенным. C6 может сыграть, да? И что, мне на C7 надо забрасывать его? Ну, давай попробуем на C7. Такого ход нету. Ладья сюда выйдет, да? Да-то сюда, попробуем так. Ай, блин, он же просто съест. Черт вообще, зачем я это все затеял? Отдал просто пешку. Поле D5 еще отдал. Ко всему прочему. Ладно, то так. Конь E8 что ли будет играть? На конь E8 прям хочется пожертвовать ему. Руби флаг, пишет Артём. Артём, стараюсь. Так? Серьезно? Вот так он будет играть? Это же труба вообще полная. Более полной трубы мне сложно представить. Сюда побить. Сюда он ладья D5, да? Ладно, давай сюда. Настолько труба, блин. Просто турба за турбазой. Ну, конечно, поле D5 у него есть. А он еще поле D5 мне отдает. Здесь шах, и сюда я могу съесть. Давай съем. Ну ладно, сюда. Типа он сюда будет мат мне ставить, а если так? Все. Не, ну он какую-то контр-игру находит. Так, а я сюда и потом сюда, если у меня же лишняя ладья там будет, там вечный шах какой-то, там две пешки что ли, он пешкой побьет, да? А если сначала сюда, если наоборот вот это съесть и потом сюда. Или вот это наоборот. Какую ладью-то оставить, господи? Куда? Так он нападет еще. Да блин, сложно. Давай поменяем, ладно. Парочку. Ты испугался там. Там какая-то контр-игра жесткая. Да, давай вот так вот, раз. И вот так вот. Долго думал, может быть, надо было взять, но я что-то испугался. Время, держим время. Давай пешку подкрепим. Ага. Вперед! Сейчас сюда задвинем.
Задвинули. Так, что дальше он хочет? Напасть на ладью. Забрали, нафиг. Давай такой поиграем. Угу. Хочу проходные отдаленные. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вперед. Да. Так, что куда играть-то? Сюда. Ферзя ставлю. Сила кандидата в мастера! Ну, блин, быстрее только. Фу! Блин, чувак, ну ты меня достал.